4, 5, 6, 7, 8, les garçons. 1, 2. Французские актеры привлекли к себе внимание детей еще до начала спектакля. Гости понимали, что школьники владеют языком не в полной мере, и понять все происходящее им будет сложно. Артисты заинтересовали детей танцами, родом из маленького французского городка Сен-Назер. Бруно Мелишер и Патрик Аузи работают вместе уже 4 года. Бруно рассказывает сказки, а Патрик поддерживает выступления на контрабасе. В основном, по словам артистов, они выбирают произведения с глубоким смыслом. В наших сказках пытаемся передать такие важные и, наверное, в современном мире забытые ценности, как братство, равенство, дружба. Сейчас люди уже не так часто встречаются, общаются между собой. Вот мы хотим своими сказками, своим спектаклем напомнить детям о необходимости сохранять вот эти ценности. Спектакль был полностью на французском языке. Особой пикантности выступлению добавили звуковые эффекты. Гости из Франции в Казани в первый раз. Артисты впечатлены городом и надеются, что приедут сюда еще не раз. Наши сказки, на самом деле, они предназначены не только для детей, но и для взрослых. Во Франции, например, часто случается, что мы приходим и в дома престарелых, и не только в школах мы работаем, но, конечно, основная наша, так как все-таки мы рассказываем сказки, основная наша аудитория – это дети. Эльвира Шарафиева, Айгуль Низамутдинова и Владимир Ладушкин, телеканал «Эфир».